тем мы продолжаем собирать новую коллекцию Kinder Joy, Jurassic World, Funko, светящиеся темноте. Очень классная коллекция. В первом выпуске мы собрали 15 игрушек из 21, и вот у нас второй выпуск, 10 упаковок. Таких по 3 Kinder распакуем. Надеюсь, что сегодня всю коллекцию мы этих новых замечательных Kinder Joy, Funko, Jurassic World соберем. Итак, первые 3 Kinder сюрприза. Так, всего лишь 6 игрушек нам достает до полной коллекции. 11 у нас здесь таких более, так сказать, не знаю, как сказать, более, наверное, относящихся к коллекции. Они с веревочками, и 10 игрушек у нас тоже не менее классных, чем те, которые вот, да, например, сейчас попался нам коллекционный динозавр. Не менее классные, но как бы к сборке относятся. Ну, вообще, коллекция целиком продается из 21 игрушек, тех, кто собрал ее. И вот такие классные динозавры, кто не смотрел первый выпуск, которые светятся в темноте. Да, тем, которые принадлежат вот коллекционной серии, у них есть такие вот веревочки, их можно повесить, и другие являются аксессуарами. Очень классные, смотрите сами, какие яркие, симпатичные динозавры, светятся в темноте. Ну вот, такой у нас уже попадался в первом выпуске. Это не один из тех, которые мне не достают для полной коллекции, но вообще очень классно, очень качественная коллекция. Ну и здорово, что сборки тоже выполнены удачно и особо не отличаются от коллекционной серии. Следующий у нас Kinder Joy должен быть Super Mario снова, и надеюсь, что там тоже будут сборки классные, да, не только коллекционные игрушки. Так, вот у нас как раз первая одна из таких сборок попадается, и это Трицератопс, есть у нас Трицератопс и как коллекционный, да, с веревочкой, здесь у нас Трицератопс, который является такой вот, да, креплением для, например, провода, зарядки от телефона, и тоже он в таких ярких, симпатичных цветах, чтобы светился в темноте. Такой вот красавчик, да, в принципе, тут можно покупать этот киндер, любой брать, да, ребенку, и он не разочаруется, попадется ему динозавр, дети любят динозавров, и вот коллекция Jurassic World, которая пару лет назад была очень популярна, была, иногда даже не было в магазине, была распродана, а здесь тоже очень удачно. В Harry Potter у нас сборки попадались плохие иногда, и даже не собирал их ребенок. Так, по-моему, нет, был у нас тоже такой динозавр в прошлом выпуске, не собирал он их, а тут прям какой ни купи, Kinder Joy, все время, да, все время успех, попадется динозавр, и в этом смысле молодец Kinder в своем юбилейном сезоне такую классную Kinder Joy коллекцию выпустил. Да, это у нас такое крепление для карандаша, и тоже очень-очень симпатичный динозавр. Но опять же, это все те же динозавры, которые нам уже в прошлом выпуске попадались. Итак, следующую упаковку открываем. 3 Kinder Joy. Так, как я тут вообще запланировал Kinder открывать, не очень понятно. Приходится мне тут разрывать ее, чтобы достать 3 Kinder Joy. Итак, смотрим. Надеюсь, все-таки повезет. И всю коллекцию мы сегодня дособираем. Итак, оранжевый у нас такой тоже был, да, тоже это сборка. Да, к сожалению, 6 всего у меня динозавров не достает для полной коллекции. Funko Pop. И вот, кстати, да, это подставка у нас для телефона. Кстати, Super Mario следующий будет не Funko Pop, да, вот удивительно. Не в стиле Funko. Funko сделан Super Mario. Не знаю почему, будет обычный, как и первая коллекция, которая была несколько лет назад. Итак, вот такой вот классный у нас динозавр, который является подставкой для телефона. Тоже светится в темноте. Но пока что у нас одна коллекционная попалась и 3 сборки. Посмотрим, что будет дальше. И здесь у нас попадается... Так, тоже был такой коллекционный. Относится он к серии, этот динозавр. Был у нас уже в прошлом выпуске. Вот пока что ни одной, смотрите, не попалось у нас игрушки, которая бы, да, которая бы дополнила нашу коллекцию. Так вот у нас красивый, это у нас стегозавр, да, по-моему он. И тоже он светится в темноте. Вторая коллекционная игрушка, которая как бы, да, по-настоящему коллекционная. Следующий открываем Kinder Joy. И так, ну что ж, надеюсь, что все-таки попадется у нас скоро что-нибудь новенькое. И сборка снова, ну, тоже была у нас в прошлом выпуске. Да, вот такой вот у нас здесь тоже еще один держалка для карандаша попадается. Ну, тоже, согласитесь, очень классно сделано, прям как настоящая, да, как обычная коллекционная игрушка. Вот такой вот симпатичный, зелененький у нас динозавр. Итак, следующая упаковка тоже, да, у нас осталась без новинок. И мы открываем еще одну упаковку из 3 киндеров. Ну вот, 10 откроем. Надеюсь, что все-таки
все-таки повезет, и мы всю коллекцию дособираем, если не всю, так хотя бы приблизимся к тому, чтобы ее дособирать. Вот, кстати, птеродактиль нам еще не попадался тоже, который на обложке присутствует коллекции. Итак, следующий открываем. Здесь у нас... О, здесь у нас тоже очень классный динозавр. И, по-моему, у нас не было его. Да, не было. Был другой у нас расцветки. Желтый, похожий динозавр. Funko Pop. Но вот именно в такой зеленой, по-моему, еще не было. Так, сейчас проверим. Ну и соберем его. Отлично. В такой расцветке у меня еще не было динозавра. Был желтый с красными глазами и такой открытой пастью. Ну вот очередная 16-я игрушка из коллекции. С 21-й попадается. Здорово, да, приближаемся мы к тому, чтобы наконец-то все-таки всю коллекцию собрать. Итак, следующий открываем, может, снова повезет. Нет, это у нас прозрачный динозавр, очень классный, но тоже он у нас в прошлом выпуске попадался. Тут у нас как с прозрачного такого пластика сделан, что аж кости, да, внутри него светятся и хорошо видны. Такой у нас красавец, да, прозрачные кости видны внутри, в общем, такой оригинальный, очень симпатичный динозаврик из этой коллекции. И уже у нас 4 коллекционных, 4 сборки в сегодняшней распаковке. Так, посмотрим, кто нам в следующем киндере попадется. Так, открываем. И здесь у нас еще одна сборка. Тоже она была. И это у нас еще одна держалка для карандаша попадается. Так. Ну что ж, пока что сегодня без повторок. Нет, у нас провода, да, провода держалка. Или вот можно на стол повесить его. Тоже очень симпатичный. Такие классные, красочные цвета. Как ядерные, да, можно сказать. Ну, сделаны так, чтобы светились, да, эти элементы, зубы в темноте у этих динозавров. Еще одна сборка у нас сегодня попадается. Итак, следующая упаковка. Четвертая на сегодня у нас. Открываем и надеюсь... Так, надеюсь, нам еще попадет какой-нибудь динозавр из недостающих. Только 5. В итоге динозавров мне не хватает для полной коллекции. Открываем следующий Kinder Joy. И здесь у нас, да, снова светящийся динозавр. Ну, прозрачный динозавр. Это первая повторка на сегодня. Так, следующий открываем. Ну, повторок когда-то будет все больше и больше. И вторая повторка на сегодня. Так. Ну и последний из этой упаковки смотрим. Будет ли повторка или нет. Не повторка, вот он, кстати, да. Он у нас уже попадался в прошлом выпуске с красными глазами, но вот сегодня впервые, да, желтый с оранжевой такой расцветкой и красными глазами. Впервые попадается, и да, ну здорово, что, по крайней мере, не повторка сегодня. Вот такой вот красавец у нас, открывший пасть с оранжевыми, да, с оранжевыми линиями и красными глазами. Еще один динозавр коллекционный пополняет наш сегодняшний, да, обзор. Итого у нас уже 10 попалось из 21 игрушки. Так, ну только, правда, одна отличная от первого выпуска. Итак, открываем следующую у нас упаковку, следующие 3 Kinder Joy у нас на очереди. Так, ну жду я, конечно, что наша коллекция будет быстрее все-таки пополняться. Видимо, есть какие-то редкие динозавры. Так, повторка, которые не такие частые, поскольку, да, на некоторые динозавры цена чуть выше, если посмотреть в интернете, да, уже можно найти их в продаже. Так, снова у нас светящийся, и вот, судя по всему, они все-таки более редкие. Так, ну посмотрим, может, все-таки еще повезет, еще хотя бы парочку мы в сегодняшнем выпуске дособираем. Нет, все 3, смотрите, все 3 повторки. Ну, кстати, да, повторка того, которого у нас в прошлом выпуске не было. Так, следующая упаковка, еще одна. Ну вот, да, достаем эти 3 Kinder Joy'а и надеемся, что все-таки попадется хотя бы одна из недостающих коллекционных игрушек сейчас. Итак, открываем первый Kinder Joy. И так, да, повторка, которая сегодня уже у нас тоже была. Так, второй открываем. Здесь у нас... Вот так, второй открываем. Оранжевый тоже сегодня уже был, к сожалению. Очень-очень много повторок. Называется «Попробуй собери эту коллекцию». Итак, следующий открываем. И здесь у нас, да, с панцирем тоже сегодня уже
он, к сожалению, был. Ну, вот такие вот дела. Так, еще у нас 4 упаковки на сегодня. Давайте сразу следующий откроем. Пока, конечно, одни... О, я нашел, как легко ее открыть. Это сзади она здесь хрустит. И сразу же можно все Kinder Joy из нее достать. Итак, ну что ж, надеемся по-прежнему собрать всю коллекцию в скором времени. Итак, первый... Вау, новинка, новинка. Такого у нас еще не было. Так, или... А, нет, был. Был в прошлом выпуске. А, жаль, 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 жаль. Да, в прошлом выпуске был, сегодня еще не было. Это и вторая у нас подставка на телефон. По две у нас одного типа игрушки. Но вот, жалко, не... Та, которую мы все-таки ждем. Игрушка. Ну что ж, судя по всему, будет сложно собрать всю коллекцию динозавров. Так, посмотрим, повезет ли нам сегодня хотя бы еще один недостающий динозавр, чтобы нам попался. Так, открываем следующую. Так, оранжевый динозаврик. О, такой же был у нас. Да, был тоже, к сожалению, в прошлом выпуске. А, на веревочке коллекционная игрушка, но... Но тоже она у меня в коллекции уже, к сожалению, есть. Еще один нераскрытый киндер у меня. Так, на столе здесь оказался. Не знаю, с последней упаковки или раньше забыли. И здесь у нас тоже, к сожалению, да, повтор. Итак, тем не менее, 3 упаковки у нас на сегодня. Судя по всему, не обойдется у нас еще без одного выпуска. Так, научился их быстро, по крайней мере, открывать. Ну и, конечно, хотелось бы, конечно, собрать уже всю коллекцию. Ну, видите... Не так уж это и просто оказалось. Так, следующий открываем. Игрушки хорошие, но собрать коллекцию очень сложно. Как видите, некоторых просто, да, просто вообще не попадается. Да, попадают все одинаковые. Итак, снова повторка. Даже не знаю, как собрать мне всю эту коллекцию. 5 по-прежнему не хватает. Ну, хоть бы кто-то из этих 5 попался. Так, вот оно. Так, кто-то новенький попадается. И такой у меня не было. А, собрал игрушку и отложил в сторону. Да, предыдущую, который уже попадался у нас, динозаврик в прошлом выпуске, но вот в этом его еще не было. Да, забыл его на стол поставить. А это у нас новый попадается. Да, такого у меня еще не было. Еще и коллекционный с веревочкой. Здорово. 17 динозавр из коллекции, коллекционной серии, да, относится с веревочкой. Вот такой вот красавица. Еще один, да, еще один. В итоге второй сегодня новый динозавр попадается. И осталось всего 4 мне для полной коллекции. Да, вот птеродактиля еще не было. Ну что ж, здорово. Держите QR-код, кто собирает в Apple ID. Мы идем дальше. Надеюсь, еще повезет. И хотя бы одного бы еще неплохо было недостающего динозаврика увидеть. Итак, открываем. И здесь у нас, да, снова повторка. Только что вот он у нас уже был. Итак, открываем. Да, вот видите, здесь есть такое открывание, крепление. И можно легко тогда все три киндера вытащить. 2 упаковки у нас остались. Ну, шанс еще есть увидеть недостающих динозавров. Но, наверное, без третьего выпуска нам никак не обойтись. Так, повторка, да, только что был уже сегодня этот динозаврик. Следующий открываем Kinder Joy. И здесь у нас... Так, здесь у нас... Нет, тоже, к сожалению, повторка. Да, тоже был он сегодня у нас этот Тиранозавр Рекс. И последний Kinder Joy. Последний Kinder Joy. Смотрим. И, к сожалению, тоже повтор. Ну, вот уже третий раз нам попадается, хотя в прошлом выпуске ни разу не попался. Ладно, последняя упаковка на сегодня. Всю коллекцию мы не дособираем в любом случае, но... Так, посмотрим. Может быть, кто-то... Так, кто-то еще нам попадется из недостающих. Или вообще нам повезет, будет один за одним попадаться недостающие динозавры. Так, к сожалению, повторка. Так, второй открываем. Ну вот, распаковка быстрее, конечно, идет, поскольку одни повторки попадаются. Еще одна повторка. И последний Kinder Joy на сегодня. Да, 2. В итоге у нас всего только новых игрушки попалось сегодня. К сожалению, из 5. И здесь тоже повторка. Ну что ж, вот так вот сложно собрать всю коллекцию из 21 игрушки. Сегодня у нас 5, 10, 13 разных динозавров. Попалась очень классная коллекция, но очень сложно ее собрать. Обязательно будет третий выпуск. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Пока-пока.